Уважаемые товарищи! Митинг, посвященный старту комплексного международного комбинированного пробега от города Владивостока до Севастополя и Минска в формате эстафеты под девизом «С Владивостока на запад России с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее и уверенностью в будущее» объявляется открытым! Представляется вице-губернатору Приморского края Степаненко Игорю Геннадьевичу. Уважаемые товарищи, по поручению губернатора Приморского края Владимира Владимировича Микушевского приветствую вас по случаю торжественного открытия международного комплексного пробега, посвященного 90-летию служению добровольного общества содействия армии и флоту России. Но прежде чем сказать добрые слова участникам пробега, вспомним доблестный путь ТОСААФ здесь, в Приморском крае, который начинался с Приморского губернского общества друзей воздушного флота. С самых первых моментов своей работы специалисты этой организации сосредоточили свое внимание на обучении населения элементарным военным навыкам, сборе денежных средств, пожертвований для